Смотрите, мы идем в новый зоопарк. А здесь чиллаут музыка. Музыка красивая, да. Такая тропинка интересная. Это вообще абсолютно без разницы, куда мы идем. Дом чуть-чуть потрясывало. С обоих сторон от тропинки на деревьях скворечники, выкрашенные в разные цвета. Очень красиво. Подкупающая идея со скворечниками. Вон там велопарковка. Можно приехать на велосипеде. Зоопарк. Время. В летнее время с 10 до 7, до 9 вечера. Выходной понедельник. Вход 100 рублей. Дети до 5 лет бесплатно. Смотри, какая шишка, Маш. Да, какие большие. Они пластмассовые. Орлан Белохвост сидит на ветке, а там, видимо, орлица маленькая. Может, пойдем дальше? Дальше пошли. Пойдем. Беркут. Что? Никто. Уточки. Какао. Девять уток. Детская площадка. Бабушкин дворик. А? Тут мальчик смотрит. Козы и барашек. Он шиншилла, да? Вот они какие. Это кролик. Вот еще один кролик. Пикник зона. Кобра спит. Вон он спит. Подальше лежит львица. Катя. На территории России львы не распространены. Катя, встречаются только в зоопарках и цирках. А я раньше думал, что пони — это маленькие лошади. На самом деле это отдельный вид их. Yeah.
Вон детеныш у пони, видишь, он мелкий. Жеребенок пони. Жерепони. Еще одна детская площадка и зона отдыха.